Всем известно, что в общественных местах курить запрещено, но вскоре антитабачный закон может распространиться и на частную собственность. Депутаты Госдумы предложили запретить курение в автомобилях. Столичные «Слуги народа» привели массу доводов в пользу поправки в закон. Дым вредит пассажирам, сигареты из окна привлекают внимание, а сам сеанс курения может притупить внимание водителя во время движения. Мысль разумная, но ситуация неоднозначная. Во-первых, машина – это личное средство передвижения. Во-вторых, каким образом будет проводиться учет правонарушений? Ульяновцы поделились своими мнениями насчет спорных нововведений. Мнения горожан разделились. Нормально. А почему? Объясните. Потому что он сам отравляется, отвлекается от дороги. И, естественно, всем пассажирам это очень вредно. Положительно. А почему? Ну, потому что это мешает движению. Я считаю, что это неправильно. Каждый человек имеет право, это его собственный автомобиль, делать в нем что хочет. Вот. Лучше бы они дороги делали, чем курить запрещали. Если на так, конечно, положительно. А почему? Объясните вашу точку. Ну, во-первых, курение вред... Само собой, да и как для водителя, да, ну и понятно, окружающая среда, почему я должен дышать, допустим, теми вредными газами, которые происходят в процессе курения. Против всякого курения, но если человек курит, где же ему курить? На улице нельзя, в подъезде нельзя, в общественном месте нельзя. Пусть в своем автомобиле хотя бы курит, если он один. Врачи напоминают о фатальных последствиях курения, но к возможным поправкам относятся весьма скептически. Ведь тотальные ограничения могут вызвать у людей не только волны протеста, но и даже увеличить тягу к запретному. Ну, как правило, показывает время, что не очень наше общество любит запреты. На каждый запрет есть какое-то вот как противодействие. Это все-таки вот машина, это личное пространство. И вот я так считаю, что это личное пространство, и не каждому понравится вот такие вот механизмы запретов. Антитабачные новшества пока что существуют только в виде устных заявлений отдельно взятых депутатов. Если же поправки и войдут в свод законов, исполнять их будет проблематично, ведь поймать и оштрафовать все курящие машины будет невозможно. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.